господа! Мы собираемся сосредоточить все силы обороны на наземных точках входа на центральную станцию. Также будут заминированы все подземные точки входа на безопасные для главного здания дистанции. От гражданских лиц и раненых требуется по прибытии немедленно проследовать на нижние уровни и ожидать эвакуации. И еще! Прекратите, наконец, обстрел моего сектора от западного прохода! Я час назад приказал переместить минометы! По этой линии стрельбу прекратить! Эхо-15! Исполняйте приказ! Приветствую вас, друзья. Продолжаем прохождение Кризис 2. Всем приятного просмотра. Погнали. Это Эхо-7. Пошла первая фаза эвакуации. Ваше время подхода. Это Чарли 6. Подходим с запада. Приближаемся к точке Виски 7. Вас понял, Чарли. Внимание, с запада приближается противник. Вас понял. Все, пошли, пошли. Защищать периметр центрального вокзала. Добраться до вокзала. Важная тревога. Так, ну... Внимание! Движение на улице! Из двух трех пехотинцев кальмаров! Не торопимся, господа! Сейчас я уберу их. Где? Я хотел его чисто в рукопашку. Ну ладно. На него загрелись все просто. Не вышло. Ладно. Смотрим. Боеприпасы сперли все. Движение! Вперед! Где движение? Свои, не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Они открыли три восточных туннеля. Первым делом выведем гражданских. Последний поезд наш. Главное продержаться до этого момента. А как насчет карантина? Мы проверяем всех, кто садится в поезд. Баркли говорит, что он нас проведет. Все чисто, движения нет. У вас там взорвалось что-то. Алькатрас, впереди тебя ждет штаб-сержант Рейнер. Мы будем тут. Спасибо за помощь. Удачи. Да что это такое? А, он этих тараканов, что ли, давит? Ух ты ж, блин! Что здесь происходит? Там что-то очень большое взорвалось. Это вокзал. Там что-то вообще страшное происходит. Алькатрас, так? Штаб-сержант Рейнер, парень, нам тут пригодится твоя помощь. Подрывники плотно обложили здание Оникс в конце улицы. Нам надо взорвать его и блокировать минометы кальмаров, чтобы прерыватели отрубились. Нужно проникнуть в здание и снова их врубить. Причем быстро! Цефа на подходе! Защищаем центральный вокзал. Отойдите в плечи.
подкрепление. Да, парни в костюмчике, о котором говорит Дельта. И пристрелите его по ошибке. Я вошел вперед? Да, подцепись ты. Нифига. Давайте пройдем. Ой, сколько вас тут. Я просто так не прошел бы. Слушайте. Давайте поднакопим. Так, нам сюда. Да, мы близко. Ух, далеко еще. Близко, далеко. Почти пришли. Там еще они есть. Куча цефов вообще. Нет, не допрыгну. Нет, надо искать путь. Да что ж вас так тут много, а? Спокойно. Ух ты. Наверх сюда. Нет, я так не заберусь. Как же залезть? Там козырек есть. Ах, зараза, сорвали все-таки меня. Да. Плотненько здесь как-то очень. Здесь, ну, ищут меня.
Убрать бы этого гада. Давайте посмотрим, как сюда залезть. Какой он странный. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ух, еле свалили. Так, нам вниз все-таки, да? А, нам и туда. Нам много где надо побывать. Ну давайте. Порядок. Один готов. Осталось два. И вниз туда точно. Второй готов. Остался один. Вперед. Надо было тот верхний, крайний делать. Ой, тихо. Порядок, где на месте? А теперь спаливай оттуда, живо! Куда? Алькатрас впереди! Там задний кальмар! Рви когти оттуда! Я свалил. Тихо, 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 тихо. Ты что сползаешь с этой штуки? А ну иди по ней. Уходим, уходим. Нам еще туда? Да вы издеваетесь. Ладно. Нас атакуют! Они затопляют здание! Мне придется валить! Ёлы-палы. Так, как мне? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас, секунду. Придется обойти, поверху пойти. Меня там выщемили просто. Таким шквальным огнем. Зараза, дофига их там.
Давайте поднакопим. Да они прям преследуют меня. Они знают, что я тут, да? Так, убрать его надо. Ну куда ты прешь, а? Так, да, все правильно, идем. Наверху. И как же нам добраться наверх? Звуки меня просто убивают. Это было жарко. Ты мне пятихат отдашь? Верни пятихат. Тебя... Отлично! Есть! Алькатрас, вернись! Мы тебя прикроем! Пошел! Вернуться в здание. Так, ну они, по идее, не должны прибывать. Сейчас мы их сзади почикаем. Под огнем! Они там? Да вы офигели. Бомбардир! Жахни по нему! Максимум защиты бронировать вход. Какой вход? Ух ты ж, блин. Что произошло? Нифига. Замечательно. Так, может посмотрим вот это. Так, акробатика. Дополнительный контроль над телом при падении. Мощная рукопашная атака при приземлении после прыжка. Детектор маскировки. Отклонение пуль. Сколько у нас? Давайте детектор маскировки еще посмотрим. Или отклонение пуль лучше, наверное, подкопим, да.